Хола, Амигос, продолжаем играть в эту захватывающую, интереснейшую игру. А, нет, я обознался, это сраный Алан Вейк. Просто сегодня мне приснилось, что я зажигаю в Bloodborne, бля, как правильно хоть произнести это? Ну, сейчас мы снова идем смотреть, как эта тёлка чешет жопу об косяк. Ой, она в этот раз что, друг? Нет, то же самое. Я просто надеялся, что в этот раз застану её голой, теребонькающей в кресле. It's okay. I know you like that. Не, ну какой нормальный мужик ей бы не вдул. Даже если у нее там внутри сидит тьма, а в пизде прячется чупакабра, блин. И вообще в нее уже чужой заселил свои яйца зла. Я уверен, что в этой тёлке еще найдется немножко места на члена Алана Вейка. Я не понимаю, а почему он? Почему он стесняет себя в этом? Видимо, он в своей книге где-то написал, что он импотент. Ты должен сидеть. Должен, сказал он бабе. Уверен, она его поняла. Интересно, а стекла здесь бьются? Ну, конечно, нет. Еще ёбнулись. Интересно, а бабы здесь бьются? А, нет, он в нее даже не стреляет. Даже дырки от пуль на стене не остаются, как я заметил, да? Конечно, нахуя такая мелочь. Но мне нравится визуализация рикошетов. В принципе, похоже. Но слишком вспышка какая-то яркая. Опять деревенщина, что ж, ничего нового. Вперед, Алан Вейк, вперед. Давай в темпах спецназа пройдем это дерьмо. Если бы ты еще мог на бегу перезаряжаться. Каким лихим головом, однако, он бегает, у него такие же шаги широкие. Вы в его таких рзачах. Так, и похоже, сейчас мы будем драться с Годзиллой, да? Это он тот деревню так сделал? Хуяси. Ну просто профессор Магнета, я смотрю. А файеров в этой части, я смотрю, не так уж много. Блять. Этот, кстати, похож на этого злого духа из Тетради Смерти. Из аниме, которую я не видел ни одной смерти, но я в курсе за то, что там есть этот дух смерти, и знаю, как он выглядит. Говорят, кстати, очень темное аниме, типа одно из лучших вообще в мире, тем более сериал. Но как-то я не могу себя заставить смотреть аниме, я не знаю почему. Просто были, знаете, такие случаи, когда я смотрел полнометражные анимешки какие-то, ну когда, видимо, вообще делать нехуй было. Эх, вообще просто не понял, я не уловил смысла. Типа там, как же это называлось, семя зла или какая-то хуйня там, типа... Все люди там болеют каким-то вирусом, превращаются в камень. Его там кучку людей отобрали, человек там 10, что ли, закрыли в какие-то капсулы, чтобы они в будущем разморозились, когда болезнь будет вылечиваться. Вот они разморозились в будущем. И что-то стали там ходить, что-то делать, а потом оказалось, что они спали всего полчаса, блядь, и миру пиздец настал за это время. То есть что-то такое вообще невообразимое и непонятное. Я завис, короче, нихера не понял. Ой, смотрите, вон обсерватория светится, как она далеко. Интересно, а куда я вообще иду? Здесь есть конец у этой дороги? Мне кажется, я должен здесь сейчас найти какую-то плюху, просто, не знаю, ракетомет за ноль страниц. Но страничка здесь есть, что правда, то правда. И очень редкая находка, блядь, куча патронов. Спрятали так спрятали. Итак, что же здесь за страница была заныкана в полчаса ходьбы? Ловушка мистера Скетча. Всякий раз, когда я достигаю его... Так, меня обратно качал лабиринт. Это петля времени. А, петля времени. Что ж, понятно. Уже много, действительно, правильно в комментах кто-то написал, есть фильмов про петли времени, про эти разные. С Брюсом Уиллисом, в частности, неплохой, который так и называется. Но с Брюсом Уиллисом, может, и неплохой, но с Аланом Вейком просто полная хуйня.
Да, одно дело смотреть, как повторяется этот день сурка раз за разом, да, там грань будущего, в частности, мне понравилось, потому что, ну, довольно неплохо и смотрится, и, в принципе, так сразу не угадаешь, чем он кончится. Не, ну, кончится понятно, чем наши победят, да. Но все равно мне понравилось, то есть, ну, не заезженный жанр в кино, по крайней мере. А вот эти флешбеки, но другой вопрос, играть раз за разом один и тот же уровень, потом играть раз за разом другой уровень, который ты уже играл, и потом третий. И потом еще раз, очевидно, что сделать то же самое. Надеюсь, что эта петля времени просто хотя бы не бесконечна. И я еще надеюсь найти, куда мне нужно идти. Видимо, разработчику было лень нарисовать там еще одну лестницу, поэтому мне пришлось прийти в начало. Странно, что свет фонаря восстанавливает Алану Уэйку жизни, но не восстанавливает выносливость. Гулять так гулять, все бы регенерировало, так хрен ли мне это. А, вот, да, точно, обрез за хуевую пачку страниц. Снова куча бичья на меня хочет напасть, да. Оптимисты. Это, знаете, это... Я уверен, что эта игра имеет успех в Техасе. Какой-то ковбой хуячит по деревенщинам, блядь. Это круто. Я уверен, что в Техасе, знаете, стоят в барах игровые автоматы, не только Родео, там, да, на быке на этом железом скакать. У нас, кстати, в паре торговых центров я тоже видел эту хуйню. У нас на спросом почему-то не пользуется, никто не хочет у всех на глазах ёбнуться с этой хуеты. Под дружный смех, вот. А у них там должен стоять аппарат, где... Игра, где там стреляешь по пидорам, по всяким, не знаю, по черным. Это же Техас. Оплот последних натуральных американцев, мне кажется. Все-таки Америка классно придумала, что вот у них в каждом регионе свои законы, да, ну, в каждом штате. То есть там, ну, вы поняли, короче, какие конкретно законы, я, к счастью, не знаю. Мне вот не хватало еще закона Соединенных Штатов знать. Но у нас закон на всей Российской Федерации вроде как один. Он у нас от областей, от всяких там... автономных округов и прочего не зависит. Однако, оборот оружия в России запрещен, а в Чечне с пистолетом ходит даже племянник Кадырова. Вот вам, собственно, сука, и разница, что у них законы гласно разные, у нас законы разные негласно. К чему это я? Ахерозно. Рождается мысль, надо ее высказывать, а то она разорвет мою голову. Так, а что это здесь блестит? Страничка? А, патроны. Не часто видишь игру, в которой произносишь фразу «фу, патроны лежат». Опять, заебали. Так, ну и конечно, да, точно, здесь я совершенно точно уже был. Сейчас на меня нападут, что-то мне подсказывает. Может, и не нападут. Ой, с первого рычага включил, надо же. Ой, ну только не пауки, господи, ну только не вы. Одно дело стрелять по людям, это прикольно. Другое дело стрелять по бедным беззащитным насекомым. Таким, как милые пауки. Я тут недавно размышлял о такой явлении в психиатрии, как арахнофобия, боязнь пауков. Мне интересно, есть люди, которые ей не страдают? Есть люди, которые, ух ты, паук, дай-ка я его потрогаю? По-моему, это абсолютно отвратительные насекомые. Их можно не бояться, но просто испытывать отвращение должны просто все, не знаю. Для сирены в Валдивии, так, эта ночь была, ага. Хотя видел я эти гифки и видяшки в интернете, где у девки паук изо рта вылезает. Ну, подумаешь, маленький ручной тарантул. Что такого? Чаще, конечно, я видел девок, которые даже от этой... Как его? Такой паук, короче, маленький, блядь, но на огромных длинных ножищах.
тонких. Вот, при виде его начинается просто дикий визг. Да пошла нахер. Да пошла в жопу. Неужели не думаешь, что я буду весело сражаться с этой армией, блядь? Пауканов, блядь. Услик-суслик, паукан. Ну давай. Да. Алан Вейк. Я не понимаю, почему, зачем ко второй части приплели снова Алана Вейка? Неужели кто-то другой не мог оказаться в этом же дерьме? Или нужен был именно писатель? Ну да, ведь надо же как-то было внедрить странички в эту игру. Помнится, что я и в прошлый раз не мог найти выход отсюда. Темная обитель крайне враждебна к человеческой жизни. Она питается твоим умом, тары-пары, каждая тень скрывает угрозу, ля-ля-ля. Но я учился заботиться о себе, сфокусировался на Элис, нашей совместной жизни, моем желании быть с ней. Это был долгий путь в темной обители до тех пор, пока у меня оружие и мой фонарик. Я бы не так написал. Я бы написал, я сосредоточился на возвращении к ней, пока стоит мой член. Потому что когда он перестанет регулярно это делать, возвращаться уже не будет смысла. Интересно, как он реагирует на то, что Элис в данный момент времени порется там где-то с его двойником. Это считается изменой, интересно, или нет? Ой, заткни ебало свое. Он мне напоминает, знаете, героя из первой мафии. В своем черном костюме. Здесь каждая батарейка полностью восстанавливает. Фонарик, как я понимаю. Пошли в жопу. Два амбала это слишком для Алана Вейка. Он не может победить их с помощью лишь одного фонарика. Так, снова киношка заработала. Снова кого-то там душат. Кого? Кого он прибил, интересно. Это первое, наверное, что мне... И первое, и единственное пока что мне интересно в этой игре. Галстуком душат. Негуманно. Взял бы шнур от чего-нибудь. Так, и снова, бля... Снова эта кинобудка превратилась просто в анус сатаны. Да сгори ты нахер, ёпта. Все-таки я снова не могу понять, почему эта игра не про вампиров, блин. С такой любовью к бою при помощи света враги просто обязаны были быть вампирами. Ой. На. Он сидит с фоткой жены Алана Вейк. Троллит. Знаешь, что Алан Вейк давно уже в рукопашную себя успокаивает. Так, ну и что? Я там, кстати, страничку где-то видел, по-моему. Я хочу читерное оружие из сундучка достать. Из киндер-сундучка хочу обрез. Нахуй пошли. Все-таки СМГ, по-моему, самый читерный ствол в этой игре. Он просто нагибает. Хотя в этой части, по-моему, все стволы стали какие-то более убойными. Наверное, потому что здесь нет сраного револьвера. Да, это, черт, это не странички, видимо, были, это, видимо, патроны поблескивают. Наёбка. Ну и чё, фаер чё, не может сжечь это говно, что ли? А, их убивать не обязательно, они дохнут, как только дохнет. Столбик последний, о как. Так, ну где-то последние... Последняя червоточина фонтанирует дерьмом.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Напугал, мудак. Ой, блин. Хуя он мне по горбу хотел тащить. Сука, батарейки заебали, конечно. Ура! Ю-ху! Неожиданная победа. Класс. Я счастлив. Я горд за свой скилл. Просто Dark Souls первый я прошел не с таким ощущением победы, как эту миссию. Ой, блин, да. Введите код доступа. Я надеюсь, Alan Wake его знает. Ну, конечно. Воин Света его зовут. Смотрите, он так смотрит. Когда его назвали Воином Света, он так закатил глаза, как думает, ёпта, ну и... Я сразу группу Кукрониксы почему-то вспомнил. У них же есть альбом «Всадники Света». А тут Воин Света. Ну, если бы у Алана Вейка была лошадь, он был бы Всадник Света. Но у Алана Вейка есть лошадь, просто она в реальном мире осталась. Элис зовут. Так, что там надо? Это было поздно ночью, лето почти кончилось. Август. Да-да-да, все мы помним. Это было поздно ночью, лето почти кончилось. Если бы я прочитал такую строчку в реальной книге, я бы дальше уже читать не стал, потому что это ужасно, по-моему. Джордж Мартин никогда не заботил себя. Описанием всяких там этих. Кстати, вы заметили, что... А, ну да, вы же не читали. Блин. Вот черт, даже пообсуждать не с кем. Короче, ну, возможно, при просмотре «Игры престолов» тоже возникает этот вопрос. Дело в том, что непонятно, какое летоисчисление в «Игре престолов». То есть, сколько там идет год. Потому что, что у них там зима, она там, ну, долгая, сами знаете. Все. То есть там зима идет, там сколько-то лет, потом... Вернее, лето идет сколько-то лет, потом долгая зима, потом опять лето, хер знает сколько идет. То есть они вообще на земле живут или нет? Вот что непонятно. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Я на них смотрю, и его стиль злого героя нравится мне больше. Он прям такой причесанный, прям злодей, такой злодей. И, короче, я опять проиграл, да? Опять нихуя не справился. Опять все через жопу. Перевод календаря, верчение лампочки и переворот плаката не дал нужного результата. Зло не побеждено. Календарь полистал, тоже не помогает, я не знаю. Если бы Брюс Уиллис так пытался зло побороть, я хуй знает, кто посмотрел эти фильмы. Просто дерьмо, согласитесь. Ура, блядь, мы в начале игры, ура! Возрадуемся, люди добрые. Ну, мы пойдем куда-нибудь, может? Это невероятно и неожиданно, но мы снова в начале. Блядь. Я думаю, этот разработчик этой игры, этой игрой разработчик, вернее, хотел выразить поддержку гей-парадам, потому что более пидорского это что еще за хуй с горы? Ебать, в каком магазине он купил такую большую болгарку? Я сразу рекламу Интерскол вспоминаю с Валуевым, где он гирю пилит. Когда бокс смотришь, прям после каждого раунда, блядь, он распиливает гирю. Со словами Интерскол, Интерскол. И где-то за вечер бокса, короче, на Первом канале он распиль... Нет, на канале Россия 2, по-моему, Валуев распиливает где-то 1,5 тонны гирь. Блять, реально реклама, бля, вообще ни о чем. Не понимаю, зачем портить спортивный инвентарь? Ты видел, сколько гири стоит, блядь, в магазине? Пилит стоит, блин.
Я Николай Валуев, я не ебу, зачем нужны гири. Я буду ее пилить. Ура. Прям по сигналу, пузырясь на поверхности, из неописуемых глубин пребывали ужасы. Ладно, хорошо, хорошо. Эта игра, это петля времени, я понял. Это сюжет такой, я это тоже понял. На кой хуй ты мне читаешь каждый раз одно и то же, вот это я не понял и не пойму. Потому что, блядь, наверное, ты уебан. С неописуемым ужасом вы мне третий раз показываете эту хуйню, что там вырывается что-то на поверхность, блядь. Вы понимаете, что даже если бы это было очень пиздато нарисовано и охуенно сделано, это уже не впечатляло бы никого. Зато я теперь точно знаю, что это та игра, которую никто не захочет пройти второй раз, потому что ты ее один раз проходишь, как все три. Зачем читать эти рукописи, блядь? Тут все звездочка помечена. О боже, опять! Опять этот мультик! Почему этот спутник не может просто упасть? Упади, разбейся, не надо... А, музыка другая, кстати, заиграла. За предыдущий правообладатель вроде меня простил, но за эту, походу... А, нет, все, это та же музыка, да. Вступление просто более затянутое было, по-моему. Мать-перемать, господи, вот этот спецэффект, это потрясающе! Охренеть можно! Скачаю-ка эту песню себе на телефон. Почему-то музыка кончилась. В прошлый раз во время боя она еще играла. Ну, идем дальше. Somebody wanna fight me, motherfuckers. Спасаем Эму. Ты два раза ее спасти пытался, но не получается. У тебя забей ты хуй. От неожиданности я пукнул гранатой в его сторону. Так это обычный моб, что ли? Я увидел на скриншотах, честно, этого чувака с бензопилой, но я думал, что это босс. Кто это делает, блядь? Я ему хедшотов навешал. Ай, патрончики-то кончаются. Тут по-прежнему СМГ, да? Ничего нового. Чтобы спасти мою задницу. Радуйся, что твоя задница здесь единственная задница, кроме моей. А свою собственную очень трудно оприходовать. Как я его фонариком остановил, а? Это же просто про. Я смотрю, этот птенчик так и норовит пристроиться сзади. Все как-то с тыла заходит. Открывай, сама медведь пришел. Давно не виделись. Она когда-нибудь эту машину дочинит уже, а? Чтобы мы на ней поездили. Так, я думаю, что это надо скипать. Я думаю, что человек живет, пока у него есть смысл. Удачи тебе поебаться с твоим ведром. Ай, блядь, а почему патроны-то не появились? Так, надо договорить, да? Защитив электрический щит. Как я его защитю-то? А он за домом. Ой, гвоздомет. Нахрен надо. Дерьмовое предложение поменять СМГ на гвоздомет. Я что-то вообще его прикола не понял. Единственная игра, где гвоздомет тащил и решал, это Manhunt 2. Ой, первый. Блять, да чинишь ты его. А, они не могут меня откинуть от... Да взрывайся ты нахуй. Что, не понял, почему сейчас так долго не срабатывала детонация этого баллона? Пошел от меня, сучара. Так, там где-то должна страничка появиться, по-моему. Нет? Я надеюсь, что хотя бы на третий-то раз я найду интересные пушки, потому что я хочу
Нет, мне еще 3 страницы на обрез даже не хватает. Культовое этого шоу. А, Night Springs, да, это мы в первой части читали. Мистера Скретча. Я пойму тьмой, мистер Скретч. Так, так, он легко путешествует в нормальный мир. Все шаги, да пошел ты в жопу. Я не могу побороть себя и заставить, блядь, читать эту хуету. Просто вообще у меня не стоит никакого интереса у меня. Да, я видел, что пишут, что там не всегда спойлеры появляются. Знаете, есть такая игра, хоррор и кусок дерьма по совместительству, Daylight называется. Так вот, даже там догадались, что странички, которые нужны по сюжету и которые просто так, покрасить в разный цвет. Одни синие, другие красные. В Alan Wake все страницы белые. Поэтому, блядь, читать их я, естественно, не буду. Думаю, что там что-то интересное, а там, блядь, дерьмо. Я думаю, это потому, что тут везде дерьмо. Передозировка дерьмом. Так, еще 2 страницы надо, и я смогу взять обрез. Нагибающий. Конечно, я убил 3 человек там у щитка, и новые 3 человека не смогут там материализоваться и выключить свет, чтобы дрюкнуть в темноте. Ой, ты ему дала, походу. Я дала твоему двойнику, а алименты ты будешь выплачивать. Так. А не поискать ли мне странички? Не думал, что я это скажу, но разработчик этой игры научился заставлять искать страницы. Он все-таки сделал это. 19-е. Как хоть называется-то? Друзья Уэйка. Призрак. В жопу. И друзей призрака. Еще 1 страничка, и я смогу взять обрез там у кинотеатра. Но я думаю, что я по-любому до того момента найду еще страничек. Поэтому в жопу. Нас ждут в обсерватории. Нас ждут великие дела. Угадайте, какой уровень будет следующий, а? Кто ставит на обсерваторию? О боже, заткнись, паршивец. Да, возможно, закончится, а возможно, эта игра будет продолжаться вечно. Я бы для этой игры еще DLC выпускал, еще пару кругов по тем же картам с новыми врагами. Продавал бы их, блядь, по цене игры. Red Tut, Arizona. Смотрите, он даже говорит, по-моему, одно и то же про нее, нет? Хотя нет, вроде сейчас написали последний раз. Видимо, это последний круг по игре, и игра закончится. Даже писал, по-моему, кто, что 3 круга. Конечно, ты меня ждала, я 3-й раз сюда пришел уже. Трудно прийти неожиданно 3-й раз подряд. Обезопасить основные трубы. На этот раз он догадался сразу обезопасить трубы. Молодец. Почему он во 2-й раз этого сразу не пошел делать? Вот что непонятно. Удачи, долбоеб. Да, но как шутана игра, конечно, неплохая. Вот что странно. Ой, блядь. Какой здоровый дядя. Как шутер, эта игра, по-моему, даже лучше, чем Evil Within. Хотя потому, что ввиду... даже при том, что здесь отсутствует перекрестие прицела, то есть Alan Wake практически не целится, он стреляет куда лучше, чем Себастьян Кастеллано, скриворукий хуесос и уёбок, блядь. У которого, видимо, зрение просто, блядь, минус 20, нахер, непонятно, какого в полицию взяли. Или руки трясутся, как у Синебола. Или он Паркинсоном болеет, непонятно. То есть, если когда-нибудь будет топ-5 худших героев игр, самых слабых, самых абсосов, этот топ должен возглавлять Себастьян, мать его, Кастелланос. Кстати, надо самому такой топ сделать. По-моему, он полный уёбок, но я просто... Просто топ из одного человека нельзя делать, а других голимых героев я не знаю.
которые вообще, бля, как ничтожество, не могут ничего. Даже Айзек Кларк, блин, летал по космосу, блядь, десантировался без парашюта из стратосферы на космические станции. А он был паршивый практически, ну, инженер всего лишь. А это детектив и нихера. Детектив говняшкин, блин. F5. Оу, здравствуйте. Я понял. Да-да-да, я вспомнил дорогу, не надо. Уймите своих загонщиков. Да лопни ты моя кишка, господи. В общем, даже фонари лопнутся каждый раз. Я думаю, что если Alan Wake придет сюда в четвертый раз, сначала он вкрутит новые лампочки в эти фонарики. Прежде чем идти обезопашивать трубы и так далее. А зачем мне возвращаться к доктору Мидоуз, если мне надо сначала взять там из багажника дерьмо какое-то? Ворон. А, они все равно размножаются, что ли? Вот этот похож чувак на чуваков из Мэнхэнта. А он-то что телепортируется, не понял. Хуяся. Опа! Это было про. Так, ай, патроны я внутри возьму. В этот раз она открыла дверь быстрее, чем обычно. О, что-то новое. Камера. Их что, двое, что ли? А, это он у зеркала стоит. Вот на это ты похож. Пошел в жопу. Так. Ну, что делать надо? Хуяся, музычка заиграла. В прошлый раз такого не было. Разорвись, мое лицо. Мне кажется, это ACDC играет, или я ошибаюсь? Впрочем... Впрочем, может кто-то косплеит вокалиста. Ну, музон в этой игре знатный. Вот что-что, а музыка в Alan Wake все-таки вот не спиздеть. Что надо. Ух, забористо. Хотя я знаю, что многие хотели бы, чтобы здесь играл какой-нибудь рэп. Но Alan Wake белый все-таки, поэтому здесь играет тяжелая музыка. Впрочем, с припевом у песни что-то попутано. Вступление было как-то прям яркое такое. Блять. Да даже моя бабушка успела бы увернуться, но не я. Пока мне его показывали, он успел подойти ко мне в упор. Очень классно. Я не понимаю, это слоу-мув кому помогать должен? Мне или врагам, блин? Все, свет заработал. Ништяк, вау. Да, вот третий заход по этим локациям самый интересный оказался. Очевидно нарушает законы физики. Ну, лифт-то спускай. Я послушаю тебя на ходу. Я отлично слышу в лифте. Наверное, потому что у него нет стен и крыши. Но на самом деле, потому что я все равно читаю субтитры. Ух, как меня бесит этот лифт. Давай. Доктор. Так, скипаем доктора. Смотрите, в этот раз не понадобилось приборчик вставлять.
А вот это не скипается. Вот диалог с этой дурой его можно скипнуть, а заставки нет. Отстойно. Я видел, как там страничка блестела. Угадайте, куда мы едем? Да-да-да. Блять, потрясающе. Супер хуй. Давайте, ебаните сюжетный поворот. Переместите меня в какую-нибудь другую локацию. Да ладно. Мы вернулись в отель. Я в шоке. Что-то произошло с этой игрой. Это нарушение всех законов жанра. Неплохо. Да, но что еще изменилось, мы уже узнаем в следующей части. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, как обычно. Адьё.